увидеть всех друзей, кому ансамбль домом стал любимым, кто с детства с песней шел к мечте своей. Мы локтевцы, а значит, мы едины. Концерт мы посвящаем 110-летнему юбилею Владимира Сергеевича Локтева, заслуженного деятеля искусств РСФСР, выдающегося музыкального педагога и композитора, имя которого присвоено нашему коллективу. Владимир Сергеевич Локтев, художественный руководитель и главный дирижер ансамбля «Песни и пляски» Московского городского дворца пионеров и школьников с 1942 года по 1968 годы, организатор фронтовых концертных бригад воспитанников и педагогов городского дома пионеров,
профессор Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных, член Союза советских композиторов, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола, кавалер ордена Красной Звезды, медалей за трудовую доблесть, за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Постановлением Совета министров РСФСР 5 февраля 1969 года ансамблю было присвоено имя Владимира Сергеевича Локтева. Для нас большая радость пригласить на эту сцену воспитанников ансамбля, которые занимались под руководством Владимира Сергеевича Локтева. Встречайте, заслуженный артист России и лауреат премии города Москвы Владимир Николаевич Ионченков и Наталья Всеволодовна Дорофеева. Дорогие друзья, Владимир Сергеевич Локтев был выдающимся педагогом и организатором, талантливым композитором, настоящим гражданином своей Родины. В выступлениях ансамбля тех лет и в творчестве самого Владимира Сергеевича, как в зеркале, отразилось время великих достижений нашего народа. Тот настрой патриотизма, оптимизма, высоких идеалов, которые наполнены были в нашем обществе. Пришли другие времена, и песни Локтева как бы затерялись, в целом море детских, замечательных, новых песен, которые создало следующее поколение композиторов нашей страны. Но песни Локтева – это важный этап культурной жизни России. Это просто хорошие песни, и их не следует забывать. Поэтому я их собрала из разных сборников. А по предложению Владимира Николаевича Ионченкова был издан сборник песен, куда вошли все авторские песни с нотами, текстами и обработки Владимиром Сергеевичем песен советских, зарубежных композиторов и народные песни. И вышел, и мы очень рады ему. Просто это огромная радость, что существует теперь такая книга. Вот, Наталья, 23 песни нашла таких, которые ни разу не были опубликованы. Собрала их вместе. Да, я предложил, помимо авторских песен Владимира Сергеевича, собрать еще те песни русские, зарубежные, обработки которых делал Владимир Сергеевич. Сделал макет книжки, обратился к друзьям. И вот мы выпустили такую, все песни Владимира Сергеевича Локтева, которые мы смогли найти, которые Наташа смогла найти, а я их воплотил такую в печатную версию. Очень грустно, что о выдающемся педагоге 20 века я не услышал в день рождения никаких слов, но я знаю, будет телепередача, которую мы с удовольствием посмотрим. Я всех поздравляю с днем рождения Владимира Сергеевича Локтева, с его 110-летием. Желаю всем счастья, здоровья, конечно, особенно в наше время. Всем, и хору, и балету, и моему любимому оркестру, где я играл 5 лет, потом 5 лет работал. Это книжка для ансамбля имени Локтева. Спасибо. Владимир Николаевич, Наталья Александровна, громадное спасибо за ваш громадный труд. Это очень необходимая вещь для нашего сегодняшнего поколения. И еще я хочу сказать, в зале сегодня находятся выпускники ансамбля, того ансамбля, те дети, которые пели с легендарным Локтевым. Я хотел попросить встать, чтобы мы их всех поприветствовали. Дорогие друзья, да, вот мне подсказ под правую сторону, мне светит... Спасибо вам. Будьте здоровы. Это дети, которые пришли в ансамбль в 49-м году. Представляете, сколько? Вот они сидят тут чуть-чуть на возвышении. И те, кто вот был в 60-е, 70-е. Ну, мы-то были в 60-е. Спасибо. А я еще вижу 80-е. Так что зал вместил сегодня всех наших друзей. Нет, не всех. Часть. Но как только закончатся вот эти все наши не очень славные времена с пандемией, я думаю, что народу будет на порядок больше. Спасибо большое. Спасибо вам.
обладал отличным чувством юмора, и многие созданные им произведения были буквально пронизаны этой иронией, веселым настроением и носили шуточный характер. Русский шуточный танец «Балалайка». Постановка заслуженного деятеля искусств РСФСР Елены Романовны Рассе. Солисты Варя Добровинская и Никола Дмитриев. И детством нет мостов, и сказок нет. Остается нам в наследство только память светлых лет. Уплывает наше детство, как эскадра бригантин, оставляя нам в наследство
память солнечных картин. По многолетней традиции, заведенной еще Владимиром Сергеевичем Локтевым, ансамбль ежегодно торжественно провожал своих выпускников. И сегодня мы остаемся верны этой традиции. Мы приветствуем наших выпускников и приглашаем их на сцену. Чем сердце остаетесь навсегда, для вас мы будем вечно, девочки и мальчики, учителя вы в нашем сердце. Для вручения дипломов об окончании занятий в ансамбле имени Локтева мы приглашаем на сцену Леонида Михайловича Фраткина и педагогов ансамбля. Хореографии вручает главный хореограф ансамбля Марина Игоревна Егорова и балетмейстер-постановщик Денис Юрьевич Бирко. Дипломами награждаются: Кирилл Дудников поступил в Национальный исследовательский университет, Высшая школа экономики, факультет компьютерной технологии, программная инженерия. Валерия Романова поступила в Московский государственный университет, Институт стран Азии и Африки, факультет востоковедения и африканистики. Анна Коляскина поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, факультет финансы и банковское дело. Ульяна Чумакова поступила в Московский государственный юридический университет имени Кутафина, факультет судебная и прокурорская деятельность. Иван Яковлев поступил в Российский университет транспорта, факультет международная логистика. Дипломы выпускникам хора вручает Анна Алексеевна Егорова и Анна Владимировна Аверьяненко. Дипломами награждаются: Мария Бибер поступила в Национальный исследовательский университет, Высшая школа экономики, факультет коммуникаций, медиа и дизайна. Ульяна Власова поступила в Институт среднего и профессионального образования имени Ушинского, специальность коррекционная педагогика в начальном образовании. Марина Гутерман поступила в Московский педагогический государственный университет, факультет начального образования. Софья Зунова
поступила в Российскую Академию Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации, факультет правовое обеспечение национальной безопасности по государственно-правовому профилю. Диплом выпускникам оркестра вручает главный дирижер ансамбля Александр Сергеевич Сафронов. Дипломами награждаются: Андрей Мельников, поступил в финансовый университет при правительстве Российской Федерации, факультет Высшая школа управления. Виктория Мушина, поступила в Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, факультет мировой экономики и мировой политики. А теперь слово предоставляется нашим выпускникам. С самого детства мы смотрели на выпускников, гадая, каково же нам будет оказаться на их месте. И вот сегодня у нас выпускной. Хочется сказать, что ансамбль — это не просто место, где мы получаем какие-то навыки пения, где нас учат танцам и играть на музыкальных инструментах. Ансамбль — это настоящая семья. Здесь у нас появились любимые и верные друзья. Наши преподаватели не только обучали нас, но и стали первыми наставниками жизни. Одни из самых ярких впечатлений оставили поездки ансамбля по России и странам мира. Наш коллектив посетил с концертами Болгарию, Грецию, Словению, Германию, Монако, Китай. Это было очень интересно и очень ответственно, поскольку мы представляли Москву и нашу страну. Ансамбль — это неотъемлемая часть нашей жизни и нашего детства, и мы благодарим наших родителей, которые однажды привели нас сюда и дали нам возможность провести детство здесь. Мы также благодарим всех наших педагогов, которые всегда нас поддерживали, всегда были на нашей стороне. Они научили нас дружить, научили нас творчеству, научили нас быть самостоятельными и отвечать за себя и за свои поступки. Спасибо нашим друзьям, которые всегда были рядом, которые умели дать дружеский пинок, которые разделили с нами все грустные и радостные моменты. Также мы хотим сказать большое спасибо всем организаторам, фотографам, звукорежиссерам, которые принимали большое участие в жизни ансамбля. Даже если большинство из нас жизнь потом разведет, все мы начали свой путь здесь, в ансамбле, и он всегда будет нас соединять теплыми общими воспоминаниями. А сейчас слово предоставляется директору образовательного комплекса «Воробьевы горы» Елене Хасымовне Мельвиль. Здравствуйте, дорогие коллеги! Здравствуйте, дорогие выпускники! На самом деле это потрясающая традиция, которая здесь прижилась и родилась, и я уверена, что будет продолжаться, провод выпускников. Это первый результат, который добились наши дети, первый очень важный в жизни результат. Я уверена, что он обязательно пригодится, и каждый из них найдет свою дорогу в жизнь. Но каждый из них всегда будет помнить эти сцены, эти стены, эту сцену своих педагогов, Московский дворец пионеров. И, конечно же, мы все будем ждать вас здесь, и чтобы, может быть, вы попробовали себя и на педагогической ниве, и будете продолжать дарить те удивительные традиции, которые вы получили в этом коллективе. Спасибо родителям за веру в своих детей, за веру в наших педагогов, за то, что вы их нам доверили. Я уверена, у вас замечательные дети, и вы сделали все возможное, чтобы они в жизни определили свой путь. Спасибо вам всем и с праздником! Дорогие ребята, мы желаем каждому из вас найти себя в профессиональной сфере. Но какую бы вы ни выбрали профессию,
не забывайте, что вы носите гордое звание «Локтевцы». Занять свои привычные места на сцене. А мы продолжаем. Локтев очень любил детей, много занимался с ними, знал всех в лицо и по именам. Конечно, огромное количество песен он написал именно для самых маленьких исполнителей. Выступают младшие хоры ансамбля «Солнышко и зернышки». Хормейстер Елена Николаевна Степанова. Концертмейстер Елена Александровна Пивоварова. Локтев. Слова пришельца. Лейся, песня золотая. Мама, не надо, не надо, не надо.
Слова Левашова. 12 поросят. Творчество Лоптева отличалось большим разнообразием. Сборники его работ изобилуют зарубежными произведениями. Ансамбль очень много сделал для укрепления международных отношений. Под руководством Владимира Сергеевича и его последователей он посетил с выступлениями много стран и континентов, везде черпая знания о национальном колорите разных народов. Представляем вашему вниманию венгерский танец. Постановка заслуженного деятеля искусств РСФСР Елены Романовны Рассе.
концертах ансамбля всегда исполнялось много музыки из известных классических произведений. И одним из самых популярных стала лезгинка Авраама Хачатуряна из балета «Гаяне». На сцене учащиеся класса Гордиенко Сергея Анатольевича, Брюховецкий Арсений, Зубенко Максим, Едигаров Эдуард, Фролова Мария и Голиков Алексей. Лезгинка! Мария Александровна. Владимир Сергеевич Локтев возглавил ансамбль в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны. Дети выступали перед бойцами в войсках и перед ранеными в госпиталях, терпели голод и холод. Многие были награждены медалями за оборону Москвы. Юное поколение локтевцев всегда чтит подвиг нашего народа и городов-героев. Звучит Севастопольский вальс. Музыка Листова, слова Рублева. Солистка Александра Кабанова.
уделял патриотическому воспитанию молодежи. Посещение мемориалов, участие в общественных мероприятиях, рассказы об истории и культуре народов, воспитание правильных моральных качеств, чувство локтя, дисциплины, чувство товарищества, взаимовыручки и почитание старших. И в 21 веке все эти ценности приобрели еще большее значение. «Юнги на корабле». Постановка Дениса Юрьевича Берко. Солист Сережа Покрытан. Yeah.
Конечно, живя и работая в России, невозможно ее не любить. Любовь к родине – это главный мотив в творчестве ансамбля. Леса и реки, горы и озера, поля и снега. Невозможно словами описать красоту родного края, но зато можно об этом спеть. Локтев, слова Высоцкой, песня о России, солистка Арина Жучкова. Создание коллектива рядом с Владимиром Сергеевичем Локтевым были его единомышленники, соратники Елена Романовна Рассе, Владимир Семенович Константиновский, Юлия Сергеевна Дьячкова и многие-многие другие. Ученики и последователи продолжили их славное дело и многое донесли до следующих поколений. И ныне, в наши дни, люди, которые стоят у руля корабля по имени «Ансамбль» имени Локтева, бережно хранят наследие, золотой фонд репертуара. Русская народная песня и танец «Калинка». Постановка заслуженного деятеля искусств РСФСР, основоположника Московской детской школы хореографии
и балетмейстера ансамбля Елены Романовны Рассе. Приглашаем на сцену нашего педагога, и не просто педагога, а человека, который всю свою жизнь бескорыстно служит делу ансамбля имени Локтева, передавая традиции великого основателя коллектива молодым педагогам. И я уверена, что вы догадались, о ком идет речь. Заслуженная артистка России Анна Алексеевна Егорова. Ваши аплодисменты! Дорогие друзья, дорогие локтевцы, строитель, артист или ученый, он локтевец всюду, всегда, мы так поем. Эти слова нам подарил Владимир Сергеевич Локтев. Локтевцы – это гордо, локтевцы – это пароль. Локтевцы – это образ мысли, образ жизни. Локтевцы – это самое-самое радостное, самое прекрасное, что есть у нас с вами. Спасибо Владимиру Сергеевичу Локтеву, что нам подарил
и оставил в наследство такое замечательное создание, как ансамбль. Спасибо ему за его прекрасные музыкальные произведения. Спасибо ему за его радость, за его необыкновенную улыбку, за его необыкновенное трудолюбие, за его вдохновение и одержимость любимым своим делом. Владимир Сергеевич сегодня с нами, и мы поем его песни. Летели те ромчики.
Суиту из произведений Владимира Сергеевича Локтева исполнили хор «Пионер» и камерный хор ансамбля. Дирижер Татьяна Владимировна Матулова. Концертмейстер, почетный работник Общего образования России Ольга Ивановна Митрофанова. А сейчас на сцену выходит художественный руководитель ансамбля «Песни и пляски» имени Владимира Сергеевича Локтева Леонид Михайлович Фраткин. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Я буду краток, потому что все, что нужно сказать, говорят наши дети. Я хочу сказать только одно, что принцип, который вложил в творчество ансамбля великий основатель Владимир Сергеевич Локтев, который звучит, я думаю, так: должны смеяться дети и в мирном мире жить. Я думаю, это основное правило, которому мы следуем и будем следовать всегда. Спасибо вам большое. Спасибо. Детство – это радость звонких песен. Солнце луч средь неба синевы, разноцветных красок мир чудесный. И, конечно, детство – это мы! Thank you.
педагоги ансамбля песни и пляски имени Локтева. Друзья, ну буду еще более краток. Вы наверняка все знаете о нашей традиции, а если кто-то и не знает, то мы будем рады, если вы к ней присоединитесь. Потому что у нас сегодня день рождения наших двух замечательных артисток. Сейчас мы их... Лиза и Аня. Анечка, Лизочка, вы не удивляйтесь, что они похожи. Принимайте участие поактивнее, это не каждый раз бывает. День рождения, какое настроение, прыгай без захлеба. Придется в этом месяце, в этом месяце, ловите эту песенку, а потом в лесах. Ловите эту песенку, а потом в лесах. И еще в заключение, буквально секунда. Вот этот весь большой праздник на свои плечи взвалила Светлана Сергеевна Морозова. Она была мотором, организатором и вообще всем. Спасибо ей большое и точно такие же аплодисменты. Тоже выпускник ансамбля имени Локтева. А концерт провела Маша Покровская. Спасибо ей большое. Мы произносим имя нашего любимого учителя Владимира Сергеевича Локтева. С огромной благодарностью вспоминаем его наставления и советы, отеческую заботу о каждом из нас, душевное тепло и сердечность этого великого человека. Ансамбль песни и пляски имени Владимира Сергеевича Локтева – это целая детская страна со своим укладом, традициями и наследием. Тот, кто однажды стал гражданином этой доброй, волшебной страны, не променяет ее ни за что на свете. Мы – локтевцы, и тот огонь творчества, преданности искусству, что горит в наших сердцах, мы пронесем через всю свою жизнь. Завершает наш концерт легендарная песня. Музыка Владимира Сергеевича Локтева. Слова Антона Ильича Пришельца. Все, кто на сцене или в зале, давайте вместе. Гори костер, споем мы нашу песню. Come on.
Дорогие друзья, завершая наш концерт, мы еще раз хотим пожелать вам счастья, удачи и хорошего настроения. Всего вам доброго, до новых встреч на концертах ансамбля «Песни и пляски» имени Владимира Сергеевича Локтева.